что касается пудр, пудры бывают разные. Пудры бывают рассыпчатые. Вот мне очень нравится вот такой вариант в кисти. Вообще супер. Ну, такой вот воздушный, да. Есть пудры рассыпчатые, матирующие варианты. Мне очень нравятся вот эти пудры. Вот это у нас уже не продают. Классная вообще пудра была, супер. Я люблю рассыпчатые. Обратите внимание, вот эта пудра, она вообще белая. Такое ощущение, что это крахмал. И вот, вот даже когда будете наносить на лицо, то такое ощущение будет, что крахмал. Но она супер классно матирует. То есть у кого есть проблема, жирный блеск, например, да, то есть вот студия серия у нас называется, она содержит светоотражающие частицы, но в то же время она хорошо матирует. А вот это придает бархатистость коже. То есть кожа будет такой бархатной, мягкой. Кто знает, как правильно пользоваться рассыпчатыми пудрами? Вот смотрите, многие какую ошибку делают? Они берут кисточку для пудры. Значит, вот сюда прямо эту кисть и на лицо. А на самом деле рассыпчатые пудры использовать нужно следующим образом. Кто знает, подскажите. Ну, вообще можно вот так вот еще. То есть вы встряхнули. Теперь открываете крышку. И все, что у вас на крышке, вот это вы и берете. Дальше что мы делаем? Вот так, ну, чтобы она везде там оказалась. Так, везде, дальше что делаем? Обязательно встряхнуть. И наносим опять легкими движениями по массажным линиям. Глазки закрой, чтобы тебе в глаза не насыпалось. Так, вот видите? Да, я смазала, я сейчас уберу все. Значит, и вот такими движениями, очень легкими,